А теперь новость из мира животных. У знаменитых кузьминских лошадей появился канал на Ютубе. Он – дело рук семьи Чуниных. Неравнодушные жители села регулярно подкармливают животных, которым сложно самостоятельно отыскать пищу суровой северной зимой. Однако их усилий не хватает. Потому чита решила попросить о помощи в интернете. Привет. Привет, моя девочка. Здравствуй. Кузьминские лошадки – настоящая туристическая достопримечательность Терского берега. По одной из версий, они были завезены сюда из Якутии в конце 80-х годов прошлого века. На сегодняшний день их осталось всего 6. Несмотря на дикий образ жизни, лошади не могут обходиться без помощи людей. Специально для них неравнодушные Яков и Наталья Чунины создали канал на Ютьюбе. Хочу, чтобы все до вас доходило из первых рук. То есть мы будем снимать по возможности каждый день нашу всю историю, чтобы вы могли видеть и понимать из первых уст, вот, как вся жизнь происходит. Пока на канале лишь 16 подписчиков. В ежедневных видео Наталья рассказывает о жизни животных, о том, чем они питаются. Женщина надеется, что интернет-площадка привлечет внимание людей, и они помогут поддержать кузьминских лошадей. Татьяна Куфенко, ТВ-21.